Рэгдолл. На первый взгляд даже невозможно понять, это кошка или чудная мягкая игрушка. Такой интересной истории происхождения, особенностей внешнего вида и характера нет ни у одной породы в мире. Она была создана чуть ли не случайно, а вот любимой кошкой людей остается и на сегодняшний день. Конечно, милая внешность, волшебный характер – это еще не весь список преимуществ рэгдолла. Развиваются они очень долго, только лишь к 4 годам созревают окончательно. Кто бы мог подумать, что история этой сказочной красавицы начинается с дорожной аварии в середине 20 века в Соединенных Штатах. Длинношерстная ангора Жозефина попадает под колеса машины. К большой радости она не погибает, но ее хозяйка начинает отмечать многие изменения, как во внешности, так и в поведении кошки. Жозефина стала несколько заторможенной, непонятно куда делась ее веселость и инстинкт самосохранения. Даже боль она перестала чувствовать, как прежде. Хозяйка предположила, что после ДТП в больнице врачи ставили над ее любимицей опыты. Но она приняла решение ничего не предпринимать, а посмотреть на котят, которых приведет Жозефина. Скрестив свою белоснежную ангору с котом бирманской породы. И, к счастью, чутье хозяйку не подвело. Потомство кошка привела чудесное. Пушистые маленькие котята выглядели словно куколки, которые пошли характером Жозефину. Малыши были так ласковы и особенно спокойны, что их можно было держать в руках сколько душе угодно. Именно после этого хозяйка закончила начальную стадию создания породы и официально ее зарегистрировала и дала имя Рэгдолл, что означает «тряпичная кукла». Через некоторое время ассоциации запретили сводить ее с какими-либо другими породами, чтобы сохранить уникальность рэгдоллов. Практически в конце 90-х годов один из представителей рэгдолла попал в книгу рекордов Гиннесса за свои большие габариты, и порода моментально стала известной в Европе. Особенно полюбились они за такой покладистый характер. Эта порода является одной из самых огромных пород мира, так как коты имеют массу до 12 килограммов, а вот кошки немного меньше. Длина около метра. Рэгдоллы безумно красивые представители семейства кошачьих. Голова в форме клина, с округлой мордочкой, щечки пухленькие, нос маленький, но широкий. Овальные глаза, шею окутывает воротничок. Уши средние, крепкое тело, конечности мощные, лапы с волосинками между пальчиков. Хвост средний, сильно пушистый, шерсть очень длинная и густая. А вот, как ни странно, тряпичность породы не входит в стандарт, а является лишь особенностью. С помощью селекции были созданы 3 главных окраса этой породы. Color Point очень похож окрасом с сиамской кошкой, так как туловище светлого цвета, вот лапы, уши, хвост и мордочка темного. Mitet – главное описание – это белоснежные сапожки и грудка. Bicolor – лапки и грудь и живот белого цвета, вот ушки, мордочка и хвост темного. Каждому из этих видов окраса присущи 4 цвета, а именно шоколадный, лиловый, голубой и сил. Кошка рожает максимум 4 котенка такой породы за один раз. При рождении они полностью белые цвета. К 2 годам появляются определенные цветовые оттенки, а к 3 годам полностью готовая расцветка. Название породы говорит само за себя, но не стоит думать, что тряпичная кукла глупа и инфантильна. Это вовсе не так. Она по всему нежна и уникальна. Вот, к примеру, находясь на руках у хозяина, она будто растворяется в облаках, может принимать любые положения. Но в этой позе кроются слабости. Падая, любимица может не стать на лапы, что является причиной различных травм. Также рэгдолл не рекомендуется заводить семьям с малышами. Ловкость может вылиться кошкам боком. Эта порода очень сильно нуждается в общении с хозяином. Рэгдолл любит его больше всего на свете. Так что, если ваш образ жизни включает в себя переезды, то эта порода именно для вас. Ради хозяина кошка выдержит любые трудности. Также представители этой породы никогда не станут вам мстить или пакостить. У них отличная память и живой ум. С легкостью запоминают свое место и имя, смогут по вашему голосу понять, в каком вы настроении. Их не очень сложно приучать к поводку, но особенно эта порода любит лежать на руках. Рэгдоллам в радость поговорить с хозяином, но если он увидит, что вы заняты, то не станет надоедать. Да и голос у него тихий и мягкий, а недоверчивый, как маленькие дети. Главное правило содержания породы. Шерсть не сильно линяет, и у них отсутствует густой подшерсток. Хватит одного раза в день расчесывать вашего любимца, и этот процесс доставит ему огромное удовольствие. Купание лучше проводить очень редко, так как рэгдолл теперь терпеть не может воду. Кушают кошки много, но, к счастью, не склонны к ожирению. Но все-таки с самого раннего детства приучите котенка к правильному рациону. Стоимость такого милашки в России от 15 до 40 тысяч рублей. Хотя можно купить рэгдолла от породистых родителей, но без каких-либо документов за 5 тысяч рублей.